Здравствуйте, уважаемые читатели! Городская детская библиотека номер 1 имени Евгения Степановича Коковина предлагает вам совершить увлекательное путешествие в один из красивейших городов Кавказских минеральных вод – Кисловодск. Он располагается на высоте 1200 метров над уровнем моря и является самым южным городом Ставрополья. До конца 18 века в Кисловодской долине стояло только небольшое поселение Абазинского княжеского рода. В 1793 году эти края посетил немецкий ученый Петр Симон Паллас. Он первым исследовал нарзанные источники и предсказал им большое будущее. Но только после донесения генерала Моркова слава о чудодейственных кислых водах дошла до царя. В 1803 году Александр I повелел возвести укрепление в месте, где находятся у Кавказских гор кислые воды. Так из крепости вырос город-курорт Кисловодск, который привлекал туристов своими живописными видами, чистым горным воздухом и, конечно, полезной минеральной водой – нарзаном. Большое развитие город получил при генерале Ермолове. Были начаты работы по обустройству парка, построена роскошная ресторация с колоннадой и лестницей, появился красивейший курортный бульвар. Здесь стали обосновываться известные купеческие и дворянские фамилии, представители интеллигенции. Несколько лет в Кисловодске во время ссылки на Кавказ прожил и Михаил Юрьевич Лермонтов. Он полюбил эти места и многое из увиденного описал в романе «Герой нашего времени». Именно в Кисловодске Лермонтов написал свою «Княжну Мэри». Здесь чтят память великого классика и проводят экскурсии по лермонтовским местам. После революции город продолжил активно развиваться. Сегодня Кисловодск – один из самых известных курортов в нашей стране. Сюда едут поправить свое здоровье и просто отдохнуть. По количеству здравниц Кисловодск уступает только Сочи, а среди городов Кавказских минеральных вод ему нет равных. В Кисловодске расположено более 40 санаториев и гостиниц. Итак, начнем нашу экскурсию. Обычно путь любого туриста начинается с курортного бульвара, главной прогулочной улицы Кисловодска. Бульвар был спроектирован архитектором Бернадаци и открыт в первой трети XIX века. Сначала его называли Тополевой аллеей. Вдоль бульвара растет около 400 тополей. Сменив еще несколько названий, улица приобрела современное, самое подходящее ей название. Сегодня курортный бульвар – это главная пешеходная улица города, которая ведет до Нарзанной галереи и выводит в парк. Длина прогулочной зоны составляет 0,5 километра. Здесь расположено огромное количество архитектурных достопримечательностей. Старинное здание офицерского собрания, бывшая гостиница «Гранд-отель», который сейчас расположен в санатории «Нарзан». Главные нарзанные ванны, поющий фонтан и разные памятники. На бульваре много кафе, магазинов, сувенирных лавок, несколько отелей. С весны до осени улица утопает в цветах и зелени. На бульваре устраивают концерты, ярмарки, фотовыставки под открытым небом. Бульвар выведет вас к самой грандиозной достопримечательности Кисловодска – Национальному парку. Не хватит даже нескольких дней, чтобы обойти эту огромную территорию целиком. Это неудивительно, ведь Кисловодский национальный парк – один из самых больших парков Европы. Он больше Версальского парка во Франции и Ричмонд-парка в Великобритании. Кисловодский парк полностью рукотворный. Частично он располагается на набережной реки Ольховки.
Ее берега каменисты и покрыты скудной растительностью. По приказу генерала Ермолова сюда начали завозить чернозем и высаживать растения самых благодатных территорий – Карпат, Крыма, Риги, Тифлиса, других мест Северного Кавказа. В парке растут хвойные и широколиственные деревья, а также другие растения, в том числе краснокнижные. Вместе с растениями в парк завезли и животных. Там водятся белки, лисы и даже лесные коты. Условно парк можно разделить на три зоны, по которым проложены пешие лечебные маршруты трех уровней сложности. Нижний парк начинается от Нарзанной галереи. И прогулку начинают именно с Нарзанной галереи. Именно там вы попробуете настоящий нарзан. Нарзан в переводе с кабардино-черкесского языка означает напиток нартов. Так в сказаниях народов Северного Кавказа звали героев-богатырей. Воду для питья набирают из специальных колонок. Нарзан бывает доломитный и сульфатный. Его можно попробовать как теплым, так и холодным. Сначала источник представлял собой деревянный колодец с оградой вокруг и крытой галереей по соседству. Позднее источник и галерею объединили под одной крышей. Английский архитектор Уптон спроектировал галерею в стиле готического романтизма в форме замочной скважины, внутри которой находится ключ – источник нарзана. Здание сохранилось до наших дней практически в неизменном виде. Попробовав настоящий нарзан, мы идем дальше. Главным входом в Нижний парк служит колоннада, один из самых узнаваемых символов города. Отсюда стартуют многие туристические маршруты. Колоннаду торжественно открыли в 1913 году и приурочили к столетнему юбилею победы над Наполеоном. На территории Нижнего парка напротив колоннады расположен архитектурный ансамбль «Лермонтовская площадка». Здесь бывал не только сам Михаил Юрьевич Лермонтов, но и его герой Печорин. В середине 20 века в центре памятника появился барельеф Лермонтова. Позже в гроте установили скульптуру демона, лермонтовского духа изгнания. Демон томится в неволе за металлической решеткой. Позднее композицию дополнили белоснежными колоннами и портиком. Вся композиция производит неизгладимое впечатление. Полюбовавшись ею, мы отправляемся дальше. Если вдруг вы забыли, какая сегодня дата, уточнить ее можно, посетив цветочный календарь – очередную изюминку Кисловодска. Календарь был создан в 1924 году и представляет собой цветочную клумбу, которая обновляется каждый день, даже зимой. Двух одинаковых дат на календаре вы не встретите. И вот перед нами две новые достопримечательности – зеркальный пруд и стеклянная струя с небольшой беседкой рядом. У зеркального пруда, как утверждали старожилы, любил проводить время князь Михаил Романов, а в его честь даже установили скамейку, названную «Великокняжеская». Дно зеркального пруда усеяно монетами, которые кидают туристы, загадывая желания. Недалеко от пруда находится мостик «Дамский каприз» – излюбленная достопримечательность многих туристов, особенно влюбленных. Согласно городской легенде, раньше переходить небольшую реку приходилось вброд. Мужчинам это было несложно, но дамы считали неприличным поднимать подол платья и оголять ноги. Поэтому доставкой девушек на противоположный берег занимались кавалеры, а после через реку построили мост. На мостике принято загадывать желание. В воду ничего бросать не нужно, загаданное сбудется и так, главное верить.
вдоволь нагулявшись по Нижнему парку, мы отправляемся по более сложному маршруту – Средний парк. Средний парк начинается у долины Роз и ведет к Серым камням. Долина Роз заслуживает особого внимания. На территории в 2 гектара высажены больше 3 десятков видов роз. На территории долины можно прогуляться по Кипарисовой аллее, полюбоваться красивыми беседками и огромной розой, которая сама высажена из роз и других растений. Это очень красивое и популярное место. До долины Роз можно пройти пешком, а можно прокатиться на электромобиле, поездка на котором сопровождается экскурсией. Попасть в Средний парк можно также со стороны античной каскадной лестницы. 170 ее ступеней разделены в середине спуска террасой. Венчает лестницу смотровая площадка с колоннадой из 10 колонн Каринского ордена. От площадки идут вниз две полукруглые лестницы, между которыми установлен плавный фонтан. Вдоль всего каскада расположены бассейны и фонтаны, которые особенно красиво смотрятся в темное время суток, когда включается подсветка. Еще одна достопримечательность Среднего парка – скалы «Красные камни». В советское время в них вырезали горельеф с изображениями Владимира Ильича Ленина, который быстро разрушился. Вскоре его заменили барельефом из металла. Неподалеку установили скульптуру орла, который считается символом кавказских минеральных вод. Самые выносливые и отважные могут отправиться в горный парк. Он простирается от Серых к Синим камням и далее. Это самая большая часть Кисловодского парка. Добраться сюда можно по канатной дороге, либо пешком через гору Красное Солнышко и беседку Семь ветров. На смотровой площадке возле Синих камней установлен памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Взгляд поэта символично устремлен к Эльбрусу. Также из горного парка можно попасть на горы Малое и Большое Седло. Это самые высокие точки вблизи Кисловодска. Представлены достопримечательности лишь малая часть того, что можно посмотреть в Кисловодске. К сожалению, в одну небольшую экскурсию невозможно вместить все великолепие этого южного города. Книги об этих и многих других красивых местах вы сможете найти в нашей любимой Коковинке. До новых встреч!